Так, погнали. Дропы. Блин, на этой карте будет трындец, как сложно лутать дропы вообще. То есть, ну вы понимаете, да, ситуацию? Карта огромная, гигантская просто. Так, значит, нам нужна машина. Нужна какая-то вообще потрясающая машина на старте. А я вообще любую машину не вижу. Вижу, подожди, вижу. Вообще супер машина. Все, лутаем этот микрокемп. Все, собрались. Давайте эту катку реально попробуем. Попробуем выиграть этим челленджем. Че, тут, ну, в принципе, все же просто. Просто как бы берем пушки с дропов и выигрываем с этим. Это даже плюс, это не минус. А спонсором этого видео является букмекерская компания под названием 1xBet. 1xBet это самый надежный и проверенный букмекер, там всегда самые большие коэффициенты и самые быстрые выплаты. Ну и супер новости насчет моего промокода. Теперь мой промокод от 1x дает вам бонус до целых 32 500 рублей на первый депозит для новых пользователей. Так что не упускайте свой шанс и присоединяйтесь. Все ссылочки вы найдете в закрепленном комментарии под этим видео. Надо забить на файт. Тут именно мне не страшен этот файт, просто нужно поехать в сторону дропа, в сторону центра зоны. Не, это лучшая тачка в игре. Мне реально прям нравится, как она полностью работает. Вот ее повороты, допустим, да, вот есть. Вот этот вот джип на Мирамаре. Ну, такой кусок кала. Просто вправо поворачиваешь, он едет влево, потом вниз. Я вообще не знаю, как это, но он едет вниз. То есть это, ну, я хз, это странная машина. Вот тут классно. Ядрить, что это за башня? Ёпта. Я именно поражен. А я могу тут? Бля. Славно, что есть парашют, да? Это вообще повезло. А нормально, могу так попарировать в воздухе, вообще максимально комфортно. Где коробочка? Коробочка, ты где? Эй, йоу. Йоу, эй, йоу, хей, йоу. Ядрить, колотить. Тринец, где самолет реально? Я уже устал тут летать. Тут холодно, на самом деле. На такой высоте достаточно морозно. Что-то вообще в обзоре ни одного самолета, я поражу. Ладно. Возвращаемся чуть-чуть. Интересно, можно ли там, ну не прыгая вниз, просто там остановиться, ну? Давай посмотрим. Какого-то хрена? Ладно, еще полетаем. Так, а что у нас летит? Самолет летит. О, подожди, нифига! Я что, могу какую-то гранату кинуть, ёпта, что это? А, я выбираю направление. Триндец, офигеть. Имба там. Я балдю. Окей, летим в самый низ. К тачке. Первый, я походу второй самолет. Ну, первый самолет, точнее, провтыкал. Или это первый летит? Капец, он далеко, боже. А, нет, подожди, это недалеко. Что-то мне капец показалось, что это очень далеко. Ошибка. Да как это. Иллюзия была сейчас. Блин, ну тут надо еще... Я шатал, нужно еще мост переезжать. Классный забор. Не дай бог, этот дроп сейчас кто-то залутает. Надеюсь, нет. А тут эта тачка приехала, Тринди, слышишь? Надо водителя убивать сейчас, походу.
Где половина аирдропа? Не, подожди, тут... Значит, шлем, броник, окей, ган. Где ган? Тут не было оружия в аирдропе? Чё это за прикол? Это именно максимальный какой-то, именно приколдесный приколдес, да? Ну я такого прикола вообще не помню. Может, он залутал оружие? Ты чё, обнаглел? В лобби. Так, давайте мы сейчас что? Найдем тут оружие с аирдропа? Да, МК-14, верно, все дроп залутанный. Супер просто, абсолютно легко. Так, теперь девятки, я не знаю, может у кого-то еще девятки есть. Да, триндец, реально были девятки, я в шоке. О! Колесо пробили. Невыносимая боль. Первый дроп залутан. Испугался. Понятно. Тачку обоссали. А я его тачку обоссал. Наберешь. Да блин, как попасть, слышишь? Ну что за чел сзади, ну? Он прям как-то медленно едет, зачем-то так подозрительно, да? В общем. На самом деле нужно не увлекаться файтом, нужно не забывать, что нам нужно на следующий аирдроп. Тачку даже, ну так, нормально подсейвили. Потрясающе, просто супер. Этот чел нам очень сильно тут мешал. И нужно как-то сменить машину где-то. Не знаю, у нас вообще тут одно хп на тачке. Там пробили два колеса, сзади припарковались, уже ехать вперед. Там был, кстати, транспорт. Блин, надо было за ним ехать. Триндец. И за мной едет машина. Классно, да? Скоро новый дроп, у меня нет машины. Я там одну нахрен проехал. Если у вас по какой-то причине не получается пополнить Steam, то Steam-off — это решение. В описании ссылка на этот сайт и промокод, который уменьшает комиссию при пополнении. Ту-ру-ту-ру-ру. А, самолет, триндец, я что-то слышу самолет и забыл про то, что мне нужен самолет. А можешь прям вот сейчас выпасть, чтобы я пешком сгонял, ну? О, а может, давай. Все, прям сейчас кидай. Время. Кидай.
Это неуважение. Так, он выпал, окей. Далековато, нужно на этой херовине как-то ехать. На этом куске транспорта. Надеюсь, что все закончится хорошо. Вижу, типа, вот это уже хреново. То, что я его не убил, это... Это просто ужасно, это просто ужасно. Я пошел пешком к дропу, короче. Как приду, напишу. Там еще через гору пойдем нормально. Если, значит, кто-то залутает эту коробку, я залутаю эту коробку с него. Сейчас дело времени, мы на нее наткнемся. Первое попадание в голову, плюс транспорт. Что-то коробка так далеко, это что за коробка? Это еще одна коробка. Я на нее метку ставлю, мне похрен. Мы сейчас залутаем вообще все коробочное. Ну, попробую, по крайней мере. Плюс транспорт, это нормально, это пригодится. Ну, это не может быть эта коробка. Подожди, ну, это поближе же падало явно, да? Или реально такое может быть? Наверное, может быть. Наверное, это та самая коробка. Триндец, я, ну, охренел, что она так далеко? Прошу, прошу, прошу. Да, они лутали. Изи, изи, дорогие друзья. Так, у нас АУК вообще без патронов. 53 триндец. Без обвесов. Плюс МК-14, нормальные заряженные. Поехали. Две пушки с дропа уже есть. Надо кого-то убить и забрать с него, ну, обвесом. Там чел на этаже, походу. Фига ж, надувается какой-то шар. Страшно. Ладно, хрен с ним. Что за тачка? Поехали на ней. Сейчас будем перекрывать. Хотя позиция тут не особо удобная для этого. То есть нас могут спину раскидать. Давайте поедем в зону. Да. Я почти убил, я ему дал голову. Надо сейчас добивать его. Голова с МК-14 это минус вообще почти все хп, надо просто хавать. Где-то по-любому стоит хилец. Я что-то в кемпе машину не видел. Так, и куда он делся? Куда-то уехал, прикинь. А, понял. Триндец. Блять, прикол просто. Давай, убей меня гранатой, давай расскажешь. Спасибо. Триндец, я такой дебил, реально. Ну, именно нахрена это дело? Походу схавали. Типа съели вот тут в кемпе. Как в кемпе в этой штуке. Да, да, съели же. Да, съели, верно. Фух, триндец.
Я сейчас просто себя чуть не слил. Просто так, за бесплатно, нахрен, за бесплатно. Так, все, хватит хиляться. Ладно, один энергетосик надо принять, очевидно, один надо. Так, сейчас самолеты больше не летают. Я готов лутать еще дроп, конечно, но пока не видно. Нифига. Я ему голову дал. Ладно, let's go. Самолет полетел. Коробочка для меня выпадает. Спасибо. Так, где тут было? Было где-то что-то под рельефом, вот. Угу. Так, у нас же full upgrade, сейчас схаваем. Это что? Бля! Какой трындец, вообще не пошел зажим. Пошел он нахрен. И ты тоже, слышишь? Сурок. Все, больше такого не будет. Сейчас следующий зажим будут идти. Это был разминочный. Фу, трындец, такая помойка. Ну, вообще не полетело. Ну, это я виноват, очевидно. Так. Это с шестеркой, потому что зажимать, мне кажется. Коллиматор вообще не делал. Так, а коробка. О, трындец, нифига себе. За зоной, да? За зоной. Это не залутать, ну? Трындец, это не залутать, мужики. Исходя из ситуации, в которую мы попали. Лобби. Так было очевидно, что на этой позиции есть чел. Я прям, ну, такой, ну, думаю, надо зачекать эту позицию. Чекаю, там чел, думаю, окей, ладно. Так, ну там что-то произошло внизу сейчас. Какой-то расколбас. Сейчас главное гиперсильно не заигрываться с нижней частью, не забывать, что у нас еще есть типы где-то тут слева. Вообще, где угодно, кстати, типы могут быть слева. Тут довольно много всего слева. Целая минута, кстати, наверное, нахрен не нужно нам лезть. Сейчас я типа только съем. Блин, я вот иногда, знаете, вот... Я так ошибаюсь. Ну, я ж так не стреляю, я мог попасть. Просто что-то решил мышку не двигать, походу, да? Какого черта? Фу, трындец. Иди нахрен. Так, ладно, сейчас. Сейчас, мужики, сейчас я его съем. Все, теперь именно только стрельба в точку, без других вариантов. Так, нужно выяснить, за каким именно он сейчас деревом находится. А, тут рельеф. Кстати, у нас сейчас тут может схавать. Ой, заколебался ошибаться. Так, откуда ты? Так, одна есть. Дай. Ну, мне пофиг. Не вышло. Так, что, он остановился? Где поехал? Два противника. Лобби. Утренец, надеюсь, не на углу, потому что я перезаряжаюсь. Окей. Фу, и теперь просто выясняй, да, где противник. Так, мужики, окей. Давайте право. Смотреть право. Надеюсь, сейчас какой-то челикс нас не закрысит. Утренец, у меня сейчас именно такой активный, потный поиск противников под шум компьютера.
атмосферно. Понятно, за 30 лидней. Я тебя понял. Так, ну это уже понятно. Нифига, кстати, не ясно. Ладно, побежим вот так по краю. Может, он ровно в эту секунду смотрит совершенно другое направление. Хрен его знает. Зоны нет, но вы держитесь. Зачетно. Охренеть, откуда он пуляет это? Нормально, победа.